Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской революции в нашей стране. Четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской революции в обстановке Отечественной войны против немецко-фашистских войск. Это, конечно, не значит, что четвертый год войны не отличается по своим итогам от предыдущих трех лет войны. Наоборот, между ними существует коренная разница. Если два предыдущих года войны были годами наступления немецких войск и продвижения их вглубь нашей страны, когда Красная Армия была вынуждена вести оборонительные бои. А третий год войны был годом коренного перелома на нашем фронте, когда Красная Армия развернула мощные наступательные бои, разбила немцев в ряде решающих боев, очистила от немецких войск 2/3 нашей земли и заставила их перейти к обороне. Причем Красная Армия все еще продолжала вести войну один на один с немецкими войсками, без серьезной поддержки со стороны наших союзников. То четвертый год войны оказался годом решающих побед советских армий и армий наших союзников над немецкими войсками, когда немцы вынуждены на этот раз вести войну на два фронта, оказались отброшенными границам Германии. В итоге истекший год завершился изгнанием немецких войск из пределов Советского Союза, Франции, Бельгии, Средней Италии и перенесением военных действий на территорию Германии. Решающие успехи Красной Армии в этом году и изгнание немцев из пределов советской земли был предрешен рядом сокрушительных ударов наших войск по немецким войскам, начатых еще в январе этого года и развернутых затем в течение всего отчетного года. Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику. Результатом этого удара оказалось освобождение Ленинградской области. Второй удар был нанесен в феврале-марте этого года на Буге, когда Красная Армия разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр. В результате этого удара правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Третий удар был нанесен в апреле-мае этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым, Одесса. Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Карелии, когда Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов вглубь Финляндии. Результатом этого удара было освобождение большей части Карело-Финской Советской Республики. Пятый удар был нанесен немцам в июне-июле этого года, когда Красная Армия на голову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилевом и завершила свой удар окружением 30 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши войска
полностью освободили Белорусскую и Советскую Республику, вышли на Вислу и освободили значительную часть союзной нам Польши, вышли на Неман и освободили большую часть Литовской и Советской Республики, форсировали Неман и подошли к границам Германии. Шестой удар был нанесен в июле-августе этого года в районе Западной Украины, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их за Сам и Вислу. В результате этого удара была освобождена Западная Украина. Наши войска форсировали Вислу и образовали за Вислой мощный плацдарм западный Сандомира. Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе Кишинев, Яссы, когда наши войска разбили на голову немецко-румынские войска и завершили свой удар окружением 22 немецких дивизий под Кишиневом, не считая румынских дивизий. Объединенные нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии. Война с Германией будет выиграна объединенными нациями. В этом теперь уже не может быть никакого сомнения. Выиграть войну с Германией значит осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит обезопасить, гарантировать народам прочный мир и надежную безопасность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну с Германией, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не навсегда, то, по крайней мере, в течение длительного периода времени. После поражения Германии она, конечно, будет разоружена, как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода времени, 20-30 лет, чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну? Этот вопрос тем более уместен, что, как показывает история, агрессивные нации, как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем миролюбивые нации. Товарищи, советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, ставшие перед ними в ходе Отечественной войны. Красная Армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной Армией остается ее последняя заключительная миссия, а именно завершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистских войск, добить фашистского зверя в ее собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы. Есть основания рассчитывать, что эта задача будет выполнена Красной Армией в недалеком будущем. Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш славный военно-морской флот. Да здравствует могучий советский народ. Да здравствует наша великая Родина. Смерть немецко-фашистским захватчикам.